Всем привет, мои хорошие! Уже 100 лет не снимала видео и столько же не заказывала Фаберлики. Последний раз, наверное, 2 года назад делала заказ. Решила себя немножко побаловать. Давайте посмотрим, что я заказала. Вот такой вот шампунь, потому что у меня уже все позакончилось практически. Ботаника. Так, это у нас ромашка и кедровое масло. У меня большой объем. Здесь 400 миллилитров. Я пользовалась такими шампунями с разными этими травками. Мне они нравились. Еще один шампунь. Вот такой вот у нас эксперт. Такой я не брала. По-моему, зелененький, что ли, когда-то пробовала. Вот. Давайте вам приближу. Так. Ну, я на телефон снимаю, поэтому не уверена, что будет фокус ловить. Взяла жидкое мыло, очень классный у него запах. Вы знаете, мне показалось, что пахнет яблочком, хотя это грушевое парфе. Вот. Очень классный запах, его я еще не пробовала, поставлю на кухню, скорее всего. Я люблю, когда на кухне жидкое мыло стоит. Так, далее. Взяла кусковое мыло, такой у него классный запах, я его открыла и в пакет пока заказ сложила, чтобы вам видео снять. Открываю пакет, и такой приятный аромат. В общем, классное супер мыло. Сейчас покажу вам. Так, дальше продолжаю. Вот такие вот магнитные закладки. Ну, со скидкой консультанта я опять зарегистрировалась. Они, по-моему, в 109, что ли, рублей обошлись. Вы знаете, вполне себе нормальные закладки. Классно работают, симпатичные картинки, мишки. Вот. Это я Коле купила, ну, может быть, себе одну возьму. Так. Все, убираем. Дальше купила также Коле ластики. Знаете, такие крупные, я почему-то думала, что они будут поменьше. Вот, ну, очень надеюсь, что окажутся хорошими. Тоже сниму. Так, продолжаем. Ну, теперь к более интересным, на мой взгляд, заказикам. Вот такой вот карандаш. Он как подводка. Такие я раньше заказывала в Эйвоне. Может быть, помните, супершок. Вот такие вот. Острый наконечник. Конечно, тяжело. Это нужно очень такие руки не дрожащие иметь, заточенные. У меня руки дрожат, поэтому не знаю, приспособлюсь я к ней. А так рисует классно. Мне понравилось. В черном цвете. Взяла обалденную тушь, ну, просто, знаете, без отзывов, я сейчас видео не смотрю, поэтому я не знаю, что сейчас хорошее в Фаберлике, много чего поменялось. Просто как-то вот понравилась мне она визуально, очень классная тушь, я прям влюбилась в нее. Один раз я крашу ресницы, они становятся объемными, длиннющими, обалденная. Не помню, сколько она стоила, такая она золотистая, симпатичная, смотрите, красота. Вот. Такая вот щеточка. Обычно не силиконовая. Мне как-то все равно. Раньше я больше силиконовой любила, а сейчас мне абсолютно все равно. Так. Так, и интересные парфюмчики. Я очень-очень люблю парфюмы и давно себе ничего не покупала. Ну, только от Леванты какие-то такие, знаете, которые у нас они 12 рублей 1 миллилитр. Ну, типа по пародия на оригинальные духи. Просто, опять же, взяла без всего, без отзывов. Там что-то по акции, что ли, такая водичка, девочка. Как она мне понравилась. Я просто влюбилась. Я не помню, что там за ноты, к сожалению. Такой бутылек. Но очень-очень мне понравился запах. Так, сейчас, если найду, вам скажу. По-моему, на Фаберлике пишут. Нет, к сожалению, здесь... По нотам ничего нету. Ну, кому интересно, посмотрите. По-моему, здесь жасмин. Что-то такое. Пачули. Если я с другим не путаю. Так, и вот такую вот себе тоже заказала. Это Легенд. Урбан Легенд. Вот такой вот бутылек. Ну, я ее еще мало тестировала. Это запах, конечно, он будет посильнее, понасыщеннее по сравнению с этим. Тоже приятный. Он меня не отталкивает, но пока я его мало пробовала, поэтому не могу пока восторженных отзывов о нем сказать, но приятный.
Ну, вот такой вот небольшой заказик, с учетом там еще 1000 рублей у меня скидки вышли, как новому, как это называется, новому представителю. Вот так вот, девочки, может быть, сумбурно снимаю, голова не варит, спать хочу, и, честно говоря, уже отвыкла от таких видео, от обзоров. Одно дело влоги, а другое дело обзоры, поэтому пускай вас не смущает, что я где-то там не знаю, что мне сказать. Вот, ну и к тому же отвлекаюсь на ребенка. Так что так, все, пойду все раскладывать, пойду сейчас монтировать видео, это я вам снимаю с телефона, надеюсь, прям сегодня смонтирую, все выложу. Влоги в ближайшее время, я надеюсь, что будут, я боюсь обещать, но буду стараться. Все, всем пока!